в прошлом году, в мае месяце у нас оказалось переполнен колодец канализационный. И мы стали обращаться в управляющую компанию. Они как бы не при делах сказали, это звоните в Росводоканал. Звонили в Росводоканал, на учете приезжали сюда и говорили, что на балансе нас нет. Это был 7-й год уже, как это самое, не понять, как это нет на балансе. Люди платили и за воду, и за водоотведение, и вдруг оказываемся мы не на балансе у них.